каком составе сегодня Вулверхэмптон будет начинать игру? Они играют сегодня 5-2-3. Похоже, упор на атаку будет, хотя тут без помощи нападающих в средней линии никак. Уотфорд начинает игру в таком составе. Команда предпочитает действовать преимущественно на контратаках. Думаю, и в этой игре мы увидим что-то подобное. Скорее всего, отдадут мяч и будут терпеливо ждать момента для стремительного рывка к воротам соперника. В составе сегодня Вулверхэмптон будет начинать игру. Они играют сегодня 5-2-3. Похоже, упор на атаку будет, хотя тут без помощи нападающих в средней линии никак. Уотфорд начинает игру в таком составе. Команда предпочитает действовать преимущественно на контратаках. Думаю, и в этой игре мы увидим что-то подобное. Скорее всего, отдадут мяч и будут терпеливо ждать момента для стремительного рывка к воротам соперника. Английский футбол вновь. Это премьер-лига в прямой трансляции. Вулверхэмптон сегодня играет против Уотфорда. Заждались мы футбола, Георгий. Здорово, что наконец-то пришло его время. Немного времени остается до начала матча, и пока оно есть, давай немножко расскажем об этом игроке, ведь он того заслуживает. Он здорово играет в командный футбол, пара передач, и мяч уже в штрафной, поэтому защита обязана быть начеку. Вот в таком... Очень радостно видеть полные трибуны на матчах в непростое экономическое время. И спасибо за это болельщикам. Они приходят и создают потрясающую, правильную атмосферу на стадионе. И наш матч начинается. Очень грамотно он сыграл сейчас и перехватил мяч. Том Клеверли. Муса Сисоко. Пас перехвачен, теперь мяч у другой команды. Из-за боковой мяч будут вводить. Ну и вот желтая карточка, то есть гарчишник. Первое и последнее, так скажем, китайское предупреждение. Навес точно в руки вратарю. Саис.